Давайте откроем. Не буду я долго разгоняться. Не хочу вас очень сильно долго мучить, но Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа. Аминь. Шестая глава Евреям. Я что сказал, 11? Здесь очень такое место писания, которое мы иногда не знаем, как за него взяться и что с ним делать. Для многих оно известно, но оно такое достаточно жесткое, но тем не менее, это Слово Божье. И я чувствую побуждение об этом поговорить, потому что если я не поговорю об этом, не смогу говорить потом о другом. Поэтому вот мне нужно это поразмышлять. Смотрите. Павел здесь сначала говорит о том, что мы должны двигаться во взрослое, да, что мы не должны больше оставаться младенцами. И вот он говорит, вы по времени должны быть уже учителями, но вас по-прежнему нужно учить молоку и так далее, да? И потом он говорит, давайте мы оставим младенческое и пойдем к взрослому, да? Пойдем к твердой пище, да? И вот он говорит, да, третий стих, и это сделаем, если позволит. Но идет он не в очень приятные вещи сначала, да? Вот для того, да, когда он начинает говорить о духовном росте, первое, куда он идет, это разбираться с определенными вещами. И вот с этими вещами я хотел о них поговорить. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себя Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Вот это вот место писания я хотел сегодня положить как бы в основу проповеди. И вот поразмышлять над этим. Но жесткое, да, место писания? Что Павел говорит, да, или, ну, будем говорить Павел, да, потому что большинство все-таки ученых говорят, что это все-таки послание Павла, хотя и нет стопроцентной в этом уверенности. Ну, автор нам говорит, что вот невозможно обновлять покаянием тех, которые что делают? Опять грешат, да, произвольно грешат, распиная тем самым Христа. И он говорит, что это, ну, именно он говорит, невозможно тех, которые вкусили, да, и невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божьей силы будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. Да. То есть мы видим, что это есть. Да, и мы видим, что это именно относится, да, потому что мы можем сейчас сразу, да, часть аудитории просто от этого освободить, от этой нагрузки, потому что есть люди, которые, в принципе, еще не вкусили благого Духа Святого, да, они как бы находятся на пути еще, да, они как бы слышат весть о Христе, пытаются освобождаться, да, и двигаются, да, то, что у них что-то не получается, и, да, про них нельзя, да, это место Писания применять, да. Но вот о чем я именно вот сначала хотел сказать, что просто последнее время пришлось столкнуться напрямую вот с этими ситуациями и именно вот с этими примерами, с этими людьми, которые, да, были в Боге, были однозначно, были на позициях и выполняли функции. И вот с ними произошло то, что здесь написано, они стали опять жить во грехе, произвольно, отвернувшись от Бога. И вот сейчас, просто вот, например, я, то, что я хочу вот вам сегодня как бы рассказать и поделиться, я сейчас
нахожусь как бы 20 лет в Боге. Да? Ну, 19-й год, 2000 года, я пришел в Рето, и я вот искренне и хочу поговорить, да, потому что вот, ну, да, тут есть и те, кто прям напрямую с этим знаком, но большинство я все-таки говорю для камеры, да, вот для вас, ребята, которые, ну, вот хотите вы там или не хотите, все-таки я могу себя сейчас назвать вот тем человеком, который вот там в Рету все-таки попал в начало, который в России, да. Когда я туда попал, да, Рету с 98 года, я с 2000, ну, конечно же, передо мной было много старших русских и так далее, и не считалось, что мы тут вместе что-то начали. Но сейчас уже по прошествии 20 лет можно сказать, что я попал в начало. Поэтому имею право сейчас что-то об этом вообще говорить. Да, потому что это вот реальность моей жизни, и я вот и хочу говорить о реальности, да. Я не хочу только вот проповедь делать ради проповеди, да, меня больше интересует реальное вскрытие, да, вот вещей, которые есть на самом деле, да. И там в начале, когда мы начинали, в этих 2000-х, рядом были люди, которые шли, которые кто-то шел впереди, кто-то шел рядом, кто-то чуть по времени там сзади там и так далее, но тем не менее мы все начинали, и как от этого, как бы нам не хотелось там в то время быть крутыми христианами, да, потому что на самом деле мы не могли быть тогда крутыми христианами, мы находились на времени обучения, и те люди, которые вот, да, ну, скажем, как испанцы, которые пришли, да, для того, чтобы служить нам, для того, чтобы мы узнали Бога, они больше служили Богу, чем мы, да, это вот, ну, есть в этом ясность такая, то что мы были те, которых учили, которым передавали, которых тренировали там и так далее, да, которым проповедовали вот это место Писания, да, что, ну, которым вот у нас был, да, этот Иниго, испанец, который, его одно из любимых мест Писания, он любил говорить об основании, да, о вот этом мудром и неразумном строителе, где говорится, что тот, кто слушает мои слова, мудрый строитель. Тот, кто исполняет мои слова, мудрый строитель. Тот, кто слушает, но не исполняет, да, строит на песке. Тот, кто строит на песке, строит быстро. Строит для себя, может быть, для людей, показывая, как он может быстро строить. Но смысл христианства заключается в том, чтобы то, что ты будешь строить, заложить на правильное основание. А для того, чтобы это заложить на правильное основание, нужно копать. Копать, и пока не строить, потому что копать, и заложить это на основание, да, на Иисуса Христа, на по-настоящему вскрыть мотивы своего сердца, да, и вот, и мы вот все вот в этом вот были взращены, поэтому я сейчас, да, почему я об этом говорю именно вот, ну, почему я вот так стал напрямую там говорить о Рето, ну, потому что, опять же, реальность. Потому что я знаю, что те люди, для которых мы это все записываем на видео, да, и выкладываем, это все-таки люди в основном ретовские. Они понимают, о чем я говорю. И много людей, которые, ну, на самом деле, меньше меня в Рето, в Боге, по времени хотя бы, да, мы не будем сейчас там, да, спорить там, кто сколько, кто старше, кто младше, но по времени я понимаю, что я могу что-то сказать. Хотя бы с той точки зрения, что я тоже в этом был, я это начинал, как я считаю, я начинал это искренне. Основное подтверждение того, что в моей жизни это по-настоящему самое главное, то, что я просто продолжаю это делать, да, продолжаю как бы жить христианской жизнью, продолжаю, пытаюсь служить Богу так, как могу. Я был там, был вот, как я думал тогда, что это было полное посвящение, но оказалось, что это не могло быть полным посвящением, потому что все равно, ну, я был молодой, и я даже не знал, кто я на самом деле, да, я пришел в Рету в 20 лет, и там 21 год, и я на самом деле даже не знал, что я могу в жизни, что я не могу в жизни, там, и так далее. Мне всегда это, как я, ну, как действительно мешало. Поэтому, когда через там 7 лет, да, или 6 с копейками, которые я там пробыл, я ушел, и я пошел просто жить, работать, да, но вот это основание,
для меня, да, которое самое главное мы видим в христианстве, что я понял еще там, что, ну, основание это не ретор для христианской жизни, основание это Иисус. И христианин является не тот, кто не грешит, в первую очередь, а тот, кто все-таки приходит, прибегает ко Христу, тот, кто держится за Христа, да? И вот в этом смысл как бы христианской жизни. И вот об этом я, ну, как бы и хочу больше поговорить. Поэтому вот это вот моя цель сегодня, вот именно, да, записать такое видео и говорить такое именно проповедь. И даже для тех людей, которые все-таки вот даже со мной здесь сейчас находитесь, вы, для вас тоже будет полезно, потому что, ну, вот, ну, эта проповедь основанная на опыте все-таки, ну, 20 лет. Просто 20 лет жизни. И для меня это ценно. Я просто понял сейчас одно, что в принципе все, что, да, вот, вот это 20 лет, которые, да, во Христе, что я до сих пор не стал крутым христианином. Это первое, что я вам хочу сказать. Я не стал крутым христианином. Но я сейчас понимаю, что то, что все-таки я принял Христа и был, держался за Него искренно, и не отвернулся от Него, да, и не отошел, да, в буквальном смысле слова, не перестал ходить в церковь, не перестал читать Библию, не перестал молиться, это просто позволило Богу меня вырастить. Просто вырастить. И вот сейчас довести до той точки, где я просто могу осознанно уже сейчас, на основании того, что я знаю, кто я, на основании того, что я видел уже, что я видел, да, я могу сейчас принять решение служить Богу. И может быть, я стану крутым христианином. Ну, во всяком случае, я бы этого хотел, потому что, как Павел говорит, что я бегу, как тот, у кого есть цель, и бью не как тот, который бьет по воздуху. Поэтому мы должны бежать, чтобы получить. И, но часто вот в процессе жизни мы не находим себя в таком даже состоянии, что мы хотим бежать. Хотим бежать, хотим служить и так далее. Я тоже себя не находил, поэтому я вам это и рассказываю. Да? Поэтому я вам и пытаюсь это передать, что Бог, даже, да, на определенном этапе нашего просто взросления, Он от нас и не требует, чтобы мы бежали и обязательно служили Ему, и вот, ну, разбивались в лепешку из-за любви к Нему и так далее. Понимаете, вот когда-то Моисей, просто как пример, он когда увидел, да, вот он увидел вот это свое призвание, он был в Египте, принц, и он вот захотел вот пойти служить Богу, там начал мирить братьев, заступился, убил египтянина. И что произошло? Его же собственные братья ему сказали: ты кто вообще? Кто тебя поставил нам служить? Они его написаны. От этого слова Моисей убежал просто оттуда. То есть, и мы видим, что это все было от Бога. Что, понимаете, вот он не мог еще в том состоянии, в том, что, кем он был, он не мог служить Богу. И он просто 40 лет пас овец. Просто жил своей спокойной жизнью, с женой, с детьми, на работе. Но не терял этой мечты. Аминь? Не терял этой мечты, потому что он потом, написано, вот он пас овец, и он на горе увидел этот куст. Это о чем говорит? Значит, он все-таки поглядывал на горы, да? Он поглядывал наверх, он жил, хотя уже, да, вроде вот, ну уже все, уже жизнь там заканчивается. И мы иногда не знаем, когда нас Бог по-настоящему призовет, да? Я вот сейчас, да, вот, ну, как бы, нахожусь в этом состоянии, там, около 3 лет, что Бог меня вот позвал, призвал, я согласился, я пробую, я пытаюсь, я делаю, что я могу, что я вижу. И вижу, что Бог со мной периодически куда-то меня ведет и так далее. Может быть, я делаю какие-то ошибки, это не так важно для Бога. Важно для Бога довести тебя до этого состояния, для того, чтобы Он мог тебя по-настоящему вот начать использовать. Уже тебя, который просто вот... Но для того, чтобы тебя довести до этого состояния, тебя нужно просто вырасти до этого состояния. Мы уже сегодня говорили, как ты можешь вырасти, да? Вот. Никак. Время. Просто время. Просто время, просто опыт, просто жизнь, просто вот испытание тебя рутиной вот этой... Да? Будешь ли ты просто верным, будешь ли ты просто ходить в церковь и все, и больше ничего? Потому что то, что вот я с чего начал говорить, что
Мы когда-то 20 лет назад вместе начинали, вступали в эту христианскую жизнь. Нам было обращено это слово, нас вот старшие направляли, что стройте на правильном основании и так далее. И вот, ну я говорю, хотели многие. Была такая хорошая атмосфера, что многие поднимали руку и шли многие, и делали многие. И многие на этих вот порах, ну как бы юношества такого или детства христианского были очень успешны. Да? Они уже, мы уже выглядели как такие служителя, нам уже подавая аудиторию, нам уже подавая служение. Но именно смысл-то он вот в этом, что Бог по-настоящему хочет вырастить христианина. Ему нельзя давать, когда вот только он родился, ему нельзя давать сразу служение, сразу вот нагрузку там и так далее. Потому что, ну, действительно, чтобы Богу настоящего вырастить, мы видим в Библии, Бог выращивал Давид, правильно? Бог ему сказал, ты будешь царем, но после этого Давид пошел пасти овец. А после того, как он попал в даже после того, как он победил Голиафа, он еще очень долгое время не стал царем, бегал от Саула, да? И так далее. То есть мы видим вот этот процесс, что Бог выращивает. Также мы видим в Иисусе Христе, что Иисус до 30 лет не начинал двигаться как Мессия, как Христос. Он был просто сын плотника, плотник. Он был просто... И сейчас вообще, ну, как бы мне это нравилось у нас раньше, да, когда там в Рето были люди из мастерской, они себя, как бы вот, Иисус плотник, и мы плотники, но... Оказывается, тогда по такой профессии, как плотник, толком не было. Была профессия, ближе был строитель Иисус. Поэтому ребята, которые работали в мастерской, извините, вот мы ближе, вот, те, которые строители. Вот. Это тебе, кстати, касается. Помнишь, да, ты эти варианты, да, что Иисус с урбанком, Иисус, ну, вы понимаете, там было даже такое общество, что не было ни толком ни стульев, ни столов, да, они там возлежали и так далее. То есть... Вот, поэтому, ну, не буду сейчас про это говорить, сейчас уже все можно найти это, да. Поэтому, я вижу через это вот план Божий, что Богу нужно просто люди, которых Он просто вырастет, да, вот просто вырастет, просто в разных ситуациях там и так далее, которые вот, ну, смогут просто, ну, вот познать вот эту жизнь обыденности даже, да? То есть, например, почему Иисус, вот он через это проходил тоже в своей жизни, был обычным человеком, жил среди людей? Ну, потому что он собирался служить этим людям. Потому что большинство людей, они именно обычные люди, да, которые и работают, чтобы и кушать, да, и кушают, чтобы работать. И, в принципе, вот так вот, и нелегка жизнь у обычного человека. И Иисус, он должен был знать эту обычную жизнь. Давид, как царь, которого он собирался поднять, да, он тоже должен был знать и прожить эту жизнь обычного человека. Моисей, который должен был стать вождем Израиля, тоже должен был прожить жизнь обычного человека, а не просто стать, после того, как он был принцем Египта, сразу войти в служение и использовав вот эту власть, которая у него была, от Египта для того, чтобы спасти израильтян, да? Мы видим, что у Бога есть процессы. Вот, и поэтому, из-за чего я это говорю? Я переживаю. Я переживаю и хочу вот этих людей, которые вот нас хоть как-то служат, слушают, да, и для которых мы все-таки служим, и вот, ну, сделать на этом упор, что, ну, как бы, мы не знаем на самом деле вообще будущего. И для чего, где нас Бог может использовать, как нас Бог может использовать. Как вы думаете, рыбак Петр в середине своей жизни мог представить что-то похожее, что произошло с его жизнью? Мог просто вот где-то хоть как-то подумать, что вот это произойдет? Нет. Вот. И поэтому мы не знаем. Но то, что мы должны позволить, и вообще вот самое лучшее, то, что мы должны позволить Богу нас просто вырастить. Да? Вырастить вот этими людьми, которые... просто не оставляют его, которые держатся за слово, которые живут христианской жизнью по заповедям, да, которые вот не отрекаются от него. И вот в этом и есть сегодняшнее как бы мое слово, что я говорю, я так получилось, почему мы начали с этого жесткого слова, что вот я предысторию сейчас рассказал, что мы
когда-то начали 20 лет назад, а сейчас мое служение, ну как вот это служение, в котором я сейчас занимался, оно тоже началось с того, что мне пришлось работать вот с этими людьми, которые, с которыми мы начинали тогда, но которые, грубо говоря, упали сильно, отреклись от Бога и все. И сейчас оказались в сильной нужде, да, вот сейчас. То есть, именно, ну, то есть по прошествии большого времени. И мы, зная, ну как бы вот, почему говорю мы, ну мы размышляли просто над этим, да, зная это место Писания, что невозможно те, которые распинают Христа, обновлять покаяние. И почему я говорю, что, ну, сейчас помимо того, что я знаю, что есть это слово, я попробовал помогать этим людям. Я от всего сердца попробовал включиться, помочь этим людям. И это был не один человек. Я сейчас не буду называть фамилии, многие из вас знают, кто у нас здесь был, с кем нам приходилось сотрудничать, и кто-то знает даже, кто в каком состоянии находится. Но неважно там, хуже состояние, лучше состояние. Состояние вот у всех этих людей ужасное на самом деле. И вот сейчас я это как бы, ну, вот на практике, на опыте я это вижу. Мне захотелось очень сильно им помочь. И я, зная это слово, все равно решил верить, что мы так вот даже сформулировали, ну или я так сформулировал, я даже записал одно видео об этом, слава Богу, что я его не выложил, где я как бы вот говорил, что да, покаянием невозможно, но этих людей можно служением обновлять. Вот так вот, да? Да, меня можно критиковать за это, да, что я там, Слово Божье, вот мне же говорило Слово Божье, невозможно, да, и я должен вот принять, и невозможно, значит, невозможно. Но, вы знаете, любовь, когда ты любишь, когда ты помнишь эти чувства к этим людям, когда ты помнишь, что значили для тебя эти люди, да, и, да и вообще просто, они все равно люди, они нуждающиеся, и хочется помочь. И поэтому вот я пытался вывести эту новую формулу, и даже, вот я говорю, да, пытаться двигаться в этом, ну как бы, может быть, покаянием невозможно, но давайте вот его как блудного сына просто принимаем, и пускай он начинает вот двигаться, он же все понял, он же все уже видел там и так далее. Вот, ну, все эти попытки закончились неудачно. Но какой я вывод из этого могу сделать? Вы знаете, если бы еще раз пробовать, я бы опять стал пробовать. Поэтому я сейчас хочу это сказать тем, да, которые, ну, просто иногда сидят там и ничего не делают, как бы, да, просто вот размышляют. Ну, в Библии же написано невозможно, что-то, да. Но вы знаете, да, в Библии написано, да, невозможно, но лучше, когда, понимаете, Библию вот здесь это пишет нам человек, который прошел через определенные моменты, и, может быть, он тоже пробовал кому-то помогать. И поэтому, ну, для меня сейчас этот опыт более ценным, и я теперь, ну, могу это сказать уже не только с точки зрения, вот, написано там так, да, а уже даже с точки зрения того, что я пробовал, ребят. Я пробовал, и почему я это вам говорю, да, почему я сегодня об этом проповедую? Потому что я очень не хочу, чтобы вы попали в эту ситуацию. Вы знаете, что я через это понял? Основное, что, а здесь все написано, да, то есть я попытался этих людей как-то давай, ободрить, давай, все нормально, Бог тебя любит. Они на самом деле, многие из них, да, мы знаем, Бог меня любит. И все равно он это вроде даже чувствует, переживает какие-то чувствования, он начинает двигаться какое-то время. И вроде даже смотришь, начинаешь радоваться, и хочется даже тем, которые там тебя критиковали, сказать, что вот, видите, у нас получилось. А потом раз... И все. И человек опять, да, ну как я это называю, да, что дьявол просто вот за крючочек дерг, и человек улетел. Человек, то есть что происходит, самое главное, тут, вот это я об этом хотел поговорить сегодня, именно вот это вот рассмотреть, что происходит с людьми, которые попирают кровь Христа, которые отрекаются от Него прилюдно. Потому что Иисус сказал, что если вы не верны, то Бог верен. Понимаете? То есть наша неверность, она не может изменить Божью верность. О чем это говорит? То, что,
Знаете, вот, ну, как, к чему я хочу это применить? Вот если мы не верны, то есть Павел говорит, Бог признал меня верным и верил мне служение. Да? То есть для меня вот неверный, это тот, кто, ну, вот, без служения. Да? То есть человек, живущий для себя. Может быть, он христианин, но он живет как бы для себя. Поэтому Бог говорит, если вы не верны, Бог верен все равно. Вы не потеряете свое спасение. Если вы не находитесь, да? Но Иисус говорит, но если вы отречетесь, то Бог, то Он отречется от вас. Вот этот вот момент, вот этот вот момент самой главной работы. А как люди отрекаются? В первую очередь. Очень сильное отречение, просто самое такое для меня, буквально, это просто люди перестают ходить в церковь. Потому что это и есть само отречение. То есть ты своими делами показываешь, что Бог для тебя не важен. Ты показываешь это в первую очередь другим людям, среди которых ты живешь. Вот это и называется отречение. Поэтому Иисус говорит, кто признает меня перед людьми, того я признаю. Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я. Поэтому для меня первый момент отречения, это человек просто перестает ходить в церковь. То есть он вроде еще ничего такого не сделал. Да? И я видел, именно с этого и начиналось все. Некоторые, живя вот, да, в центре, там, в рету, христианской жизни, сильной такой, да, на лидерских позициях, уходя, они просто тупо сразу не ходили даже в церковь. Даже вот не пытались делать попытки ходить в церковь. Что это тогда было? Понимаете? Вот это вот, ну, как бы страшные вещи. Поэтому написано, вне церкви псы и чародеи, не оставляй собрания своего. Понимаете, некоторые пытаются умничать, да мне церковь не нужна. Мы с женой и так церковь. И мы там с одним говорили, ну, да, двое – это уже церковь. Правильно ли? Двое – это церковь. Но муж с женой – это не двое. Правильно ли? Муж с женой – это один. Поэтому ты с женой не можешь быть церковью. Поэтому ты можешь, там, жена у тебя может не ходить, но ты, если ходишь, жена может, ну, как бы, жена будет спасаться через тебя. Вот, и я вот об этом, да, что понимаю, что сейчас время такое, на самом деле, ну, непростое, поэтому хочется людей, как бы, вот, ну, вдохновить, благословить. Некоторые, ну, там, им церковь не нравится или еще что-то, или не могут, как будто, ну, вот, если бы у меня был, вот вы бы рядом были бы, я был бы в вашем городе, я бы к вам ходил, или там еще как-то. Но это все ерунда. Потому что, ну, если ты христианин, ты найдешь церковь просто с пониманием того, что, ну, как бы, тебе нужна церковь, тебе нужно общение с христианами хотя бы один раз в неделю, тебе нужно Слово Божье. Ну, и я, понимаете, я, почему я это говорю? Я это прожил, ребят. Я ушел в 2006 году. Поэтому, понимаете, я один из тех, кто, я не хочу якать, но я ушел и ходил в церковь. Просто ходил в церковь. Я не собирался делать служение, я не собирался делать революционный центр, я не горел для Бога. Ну, блин, я был христианином, и я не понимал, как я могу не пойти. У меня были такие, ну, дни, я просыпался в воскресенье, и я такой начинал себе придумывать. А, сегодня не скажу что-то, ну, скажу, что себя плохо чувствовал. А потом думаю, а кому я скажу? Зачем я кому-то скажу, там, меня и так никто не спросит. Я Богу скажу, я себе скажу, то есть я... Тогда я думаю, не могу же я быть внутри себя вот этим вот лукавым. Если я могу, я иду. Все. Если у меня не было оправдания, да, я иногда мог себе сказать, не пойду. Но тогда я хотя бы, мог я там не пойти, да, типа сказать, ну, я всегда ходил, тут разок не пойду. Но, тем не менее, все равно я жил этой христианской жизнью и просто ходил в церковь. Были такие моменты, иногда возникали вот эти вопросы, вообще зачем? Ну, как бы, ну, ничего толком от этого нет. Это, ну, просто хожу в церковь и все. Но на самом деле не просто. Я понимал, что я приду, я послушаю Слово Божье, я помолюсь. И я как будто бы вот на, я это назвал, как на лобовом стекле побрызгать водичкой и дворниками прочистить, что ты услышал какие-то вещи все равно про истину, потому что мир, рутина, они тебя тут засасывают, тут политика, тут проблемы, тут деньги, тут объекты и так далее. А в церковь пришел, Слово Божье послушал, какие-то мысли раз что-то освежились, Бога поискал. Я говорю, не скажу, что я что-то почувствовал, но в процессе всей жизни я почувствовал от этого результат. Вот я про что хочу сказать. Что мы иногда должны, вот, ну, мы обязаны это делать по вере,
по вере просто, по откровению, потому что мы, я христианин, я с Богом, я не могу по-другому. И вот таким образом. Потому что, ну да, мы были в духовном месте, да, я говорю про центр эту, и там ты много Библию читал, собраний много, служил много, о Боге говорил много, и казалось, что вот такая она христианская жизнь. А когда я ушел оттуда и просто стал жить, и христианская жизнь оказалась другой обычной жизнью, просто с, ну, с хождением церкви. И все. И да, может быть, где-то были моменты, где я себя осуждал, там, что вот я не служу, но я как-то так все равно искренне спрашивал Бога, но думаю, ну если Бог хочет, Он мне скажет, что я должен служить, или даст какие-то возможности. Ну, вот так я с Ним договаривался и так далее. И, ну и в итоге вот Он меня в это все позвал. Поэтому вот сейчас вот 20 лет, я говорю, что, ну да, 19 там, и я просто вижу, что Бог вырастил меня, что у меня уже не стоит сейчас вопрос или какая-либо борьба ходить в церковь или не ходить. Все, меня, например, там дьявол или этот мир уже в этой области не атакует. Это уже отвоевано, это уже, ну, как бы я, ну, грубо говоря, я спасен. Я спасен. Но сейчас передо мной уже ставится задача: сын, а ты не хочешь, ну, послужить мне так, как тебе когда-то послужили тоже, да, другие люди, и которые отдали свою жизнь Богу на служение. И вот какой передо мной сейчас вопрос, да, стоит. Может быть, его Бог передо мной ставит, может быть, я сам его перед собой ставлю, да, но во всяком случае это взрослый вопрос. И я рад, что я нахожу себя в таком состоянии сейчас, что у меня просто есть это желание. Потому что вот это и есть самое ценное. То, что Бог меня вырастил вот с этим желанием Его искать и понимать то, что все от Него, и мы к Нему, и Он знает самое лучшее для меня в моей жизни. Поэтому я хочу Его искать, поэтому я хочу за Ним идти и так далее. А самое лучшее – это у нас жизнь Христа, который отдал свою жизнь за других. Все. Вот. Ну, мы сейчас не об этом. Я сейчас хотел еще раз вернуться вот к этим людям, к ихним диагнозу, потому что я побыл с ними, я поварился в этом, я поборолся за них, да, и то, что я увидел, как это происходит, что это значит невозвратный, что это значит невозможно. Потому что Бог, Он благой, понимаете, и Он, в принципе, ну, Он открыт, и это то, что я увидел. Но вот именно то, что они попирали, да, его кровь, они, получается, что они вот это самое ценное в своей жизни как бы, ну, предали, не почитали это за... И не то, чтобы Бог на них как-то озлобился или обиделся, или разозлился, нет, в том-то и дело. Просто Бог дал нам такой механизм в жизни, да, как всякие испытания и трудности. И они есть для всех одинаковые, ну как бы, да, они для всех есть, для хороших и для плохих. И для того, чтобы их пройти в нашей жизни, любые, маленькие, большие, потому что они всегда возникают, всегда будут. Написано: огненное искушение, которое предстоит тебе, не чурайся, потому что через это наша вера только становится чище. То есть это, ну, тот же дьявол, который приходит, что-то говорит, искушает, тянет, подбрасывает что-то, предлагает там и так далее. Все мы проходим через одни и те же испытания. И вот человек, который со Христом, у которого есть вера, у него есть вот это вот, у него именно вера есть дождаться ответа от Бога, положиться на Бога, именно иметь веру, именно самому держаться, да, иметь вот эту силу. И как раз это то, что увидел, что то есть, что получилось с этими людьми? У них пока настроение нормальное, хорошее, что-то получается. Они такие: о, классно, да, все, там, туда-сюда. Но как приходят какие-то трудности, испытания, все. Нет личности, нет никакой силы, нет веры, нет силы противостоять чему-то, нет терпения для того, чтобы что-то добиться, сделать там и так далее. То есть получаются такие разрушенные личности, которые не могут терпеть, не могут ждать, не могут дождаться. И я вот это называю как бы синдром Иуды. Что с Иудой произошло, знаете, да, Искариотом?
который повесился. Когда он повесился? Он повесился вот в этом промежутке между смертью Иисуса и воскресением Иисуса. То есть, это, ну, вот эти люди, они как бы находятся между вот этим. То есть, для них не наступает вот этого дня воскресения. Для них не наступает вот этой вот победы. Они разочаровываются немножко раньше рассвета, немножко раньше, чем доплыть до берега. Знаете, здесь, ну, как вот такую притчу приводят иногда, что в тумане там плыл человек и не доплыл, ну, там плыл очень много километров и не доплыл там 100 метров до берега и утонул, потому что был туман, потому что он не видел берега, понимаете? Вот если бы он видел берег, неужели бы он утонул? Конечно, нет, потому что вот эта надежда, она внутри него дала бы ему силы. И это то, что происходит с людьми, которые распинают Христа. Написано, они не имеют вот этой силы, они распяли вот это вот, то, за что бы они как бы зацепились. Для них это уже не ценность, и второй раз, как бы, ну как бы, да, в следующий раз это уже не работает. Да, они не могут зацепиться, и они все время не могут дождаться. Соответственно, они не могут, ну, просто даже, ну, жить нормально, побеждая, чтобы вот достигать, делать там и так далее. Каким-то образом их уносят назад. Они разочаровываются, они вот находятся в каких-то одних. Я говорю, просто у меня уже вот, да, все эти примеры, они немножко перемешались между собой, да, или я там вот всех в один флакон замешал, но, ну, как бы вот поверьте мне просто, да, что вот там при личном общении я могу рассказать, про кого я конкретно говорю, но вот так получилось, что то служение, которое вот мы начали. Я думаю, ну, Бог, почему я работаю вот с этими людьми? Почему ты так вот мне дал одного, второго, третьего, понимаете? И я нахожу себя, что я их люблю, понимаете? Я нахожу себя, что я хочу, чтобы у них получилось. Я им все даю для того, чтобы у них получилось. Я готов быть для них всем, но я не могу вместо них пройти их испытания. Понимаете, я не могу вместо них пройти их вот эти вот трудности и вот эти вот тараканы. Они какое-то время, именно из-за того, что, например, они находятся со мной рядом, из-за того, что я верующий, Бог во мне, я их накачиваю какое-то время там словом, видением, откровением, желанием, надеждами идти в будущее, которое может получиться. Они какое-то время слушают и говорят: аминь, да, классно. Но потом, ну, они уходят, и даже уже даже то, что я не могу выполнить роль Бога для них. Да, то есть я могу быть каким-то там проводником духа, да, но я не могу ничего с этим сделать. Потому что вот это вот и называется, что человек находится на крючке у дьявола. Все, вот понимаете, вот все. То есть вот в этом-то и заключается, что у нас, когда есть кровь Иисуса, да, и когда мы боремся, да, с какими-то испытаниями, искушениями, мы все равно мы призываем кровь Иисуса, мы говорим, потому что написано: да приступаем с искренним сердцем к Богу, кроплением очистив совесть нашу, да, вот эту, там даже как-то написано, знаете, я прочитаю Евреям, это сейчас быстро, по-моему, 10 глава, если я найду это место. Не могу найти, ладно. В другой Библии просто был в этом месте, думаю, найду. Там, да приступаем с искренним сердцем, кровью Христа, кроплением, очистив вот эту порочную совесть нашу от мертвых дел. Вот как там, по-моему, звучит, да? То есть, да, есть у нас вещи, которые мы делаем, может быть, ошибаемся и так далее, но есть кровь Христа, и мы приходим к Богу и очищаемся, и вот наша порочная совесть, то есть кроплением крови она очищается. То есть мы затыкаем рот дьяволу. Да, что такое порочная совесть? Это когда вот этот вот голос нам говорит: ты плохо, ты не можешь, у тебя не получится и так далее. Но кровь Христа, она действенна против этого, и он затыкается, да. Так вот, люди, которые вновь распинали, которые приобщались к этому, у них это перестает работать, и они не могут заткнуть голос. Понимаете? Они не могут заткнуть этот голос, который их
у тебя не получится. И в итоге у них ничего не получается. И в итоге мы видим, да, что произошло с Иудой. Он не смог, да, он повесился, и он не смог дожить для меня, он не смог дожить до воскресенья. Понимаете духовный смысл? То есть вот это вот дожить до воскресенья, это может быть, ну, то есть у человека вот растянуто до бесконечности, как бы, да, то, что ты не выходишь из кризиса, да, ты не выходишь, вот, не дожидаешься. А остальные ученики дождались вот этой радости, понимаете, дождались. Поэтому вот здесь вот и это и ценно. Но, опять же, для чего я это говорю, да, теперь о хорошем немножко, да, что здесь написано, почему вдруг вот автор, он прежде чем говорит, мы пойдем в духовные вещи, да, мы сейчас вот, да, невозможно, и начинает про тех людей, которые, для которых невозможно покаянием обновлять, и, да, покаянием обновлять их вновь, да, чтобы они, и там написано, что земля многократно пившая дождь и не произвращающая, да, то есть откуда я взял вот это, для себя вот эту мысль, что можно служением, через служение, да? Именно через то, что есть, ну, земля должна начать давать плод. Поэтому я вот получил вот это вот внутри себя это откровение, которого, в принципе, я не отрекаюсь. Что именно так и должно быть. То, что, в принципе, люди должны начать плод давать, да, своей жизни, да? И Бог нас к этому призывает. И вообще для этого нас выращивает, да? А если она тернии и волшцы, написано, постоянно производит, то она близка к проклятию, конец которого сожжение. Да? И нам написано, что праведник сберегается, да, для одного, а грешник именно сберегается для другого. Именно сберегается. Ну, знаете, вот там, в чем там суть? Он говорит, но впрочем, братья, о вас мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. Вот именно про это я и хочу как бы сказать. То, что суть того, тот вывод, который я сделал, то, что я буду по-прежнему продолжать помогать таким людям. То есть, ну, вот я делаю вывод. Мы как церковь, мы как служители, те, которые стоим на ногах, которые ищем Бога, мы должны по-прежнему продолжать помогать людям. В какой надежде? В одной лишь надежде, что они в лучшем состоянии, чем то, про которое здесь написано. То есть Павел, он пишет о плохом состоянии, вот об этом состоянии, когда человек прям отрекся, все, распинал Христа. Но он говорит, но мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. Вот даже уже немножко лучше, уже есть какой-то возврат. Но в чем заключается этот возврат? Начать приносить плод. Начать приносить плод. И вот именно вот этот вот вывод я и хочу теперь сделать, да, вот из всей этой проповеди, да, что почему я это все проповедую, да? Почему я рассказал про эти 20 лет, да, что мы вот когда-то начали вместе, что вот сейчас уже можно видеть, да, и есть те люди, которые позже нас начали, да, которые, может быть, считают себя тоже там. Кто-то, может быть, начал согрешать, да, и живет сейчас во грехе, но если ты слышишь это слово, если у тебя еще что-то в тебе переворачивается, и если у тебя есть надежда, что ты в лучшем состоянии, ты тогда сделай те шаги, которые ты должен делать. Начни ходить в церковь, начни искать Бога, да, обновись. И, ну, не дожидайся вот этого состояния, когда ты достигнешь плохого состояния, что ты вот из-за нужды побежишь к Богу, вот как произошло с этими людьми сейчас, про которых я вам рассказываю, да. И вот, да, есть свидетели этому, да, которые, они так устали уже от опять этого греха, да, от этой греховной жизни, что вот они уже решили пойти к Богу, опять вроде попробовать, но одно дуновение, один дерг вот этого крючочка, и человека опять нет, и у человека нет веры, человек не может дождаться, человек не хочет ничего, не хочет ничего слышать, и опять уходит. Поэтому, наверное, я не буду дальше, потому что у меня есть дальше. По этой проповеди, по-моему, как бы вот, ну, лучше мы ясность оставим здесь, да, для чего я это проповедовал. Я вот хочу чуть-чуть с позиции человека, который уже прожил 20 лет во Христе, для меня это ценно, который уже как бы, ну, был в одном времени, был в другом времени, сейчас нахожусь там в третьем времени, да, и имею вот этот, да, сейчас возможность что-то говорить, мне хочется
как-то повлиять на тех людей, которые находятся, как я надеюсь, в лучшем состоянии. Не отрекайтесь от Христа. Не отрекайтесь. Не отрекайтесь делами, не отрекайтесь словами. Понимаете, некоторые думают, вот я недавно с человеком спорил, но нам главное не отречься. Но ведь отречение – это не всегда словами. Отречение – это часто делами. То есть, если кто отречется от меня перед людьми, я вам уже привел этот пример, что вот, ну, когда человек сознательно перестает просто ходить в церковь, это называется отречением. Потому что это открытое исповедание твое, твоими делами, что ты делаешь. Аминь или не аминь? Угу. Все, он показывает, что ценно для него. Что бы он там ни говорил, я верю во Христа, я верю и вот так вот. Ну, можешь попробовать. Можешь попробовать так, но посмотри тогда, если ты так говоришь просто и оправдываешь перед собой, что ну я вот это, я христианин просто, вот, не церковь. Ну, если это искренне, и ты хочешь, но все равно ты поставь это все перед Богом. Но просто я знаю, что для многих это просто есть оправдание, да, то, что они немощны, да, в том, чтобы двигаться, да, и делать вещи правильно, и тогда придумывают себе кучу оправданий. И вот в конце еще вам стих прочитаю, который вот как раз наткнулся, прям действительно он для меня, он об этом говорит. Это Титу. Давайте я вам прочитаю сначала Тимофея. Это именно тот стих, про который мы, я вот сегодня его цитировал, я его хотел прочитать. Это один из моих любимых стихов. Первое, сейчас я найду. 2 Тимофея 2, 13. Давайте с 11. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Я много раз жил вот это время, когда вот именно, да, я не служил, да, активно как-то Богу. И я много раз просто вот в молитве, на собрании приходил этот стих, что Бог, спасибо за то, что, ну, когда я неверный, ты верный. Но я не хочу отрекаться. И поэтому, да, не всегда у меня была сила там заявлять перед всеми, что я христианин, и не всегда я в этом видел смысл, что мы вот именно так должны жить, там, всем ходить и трубить, да, кто мы, да, но в первую очередь мы должны вот иметь эту жизнь, да, с упованием на Бога. И вот это свидетельство, которое, да, в моей жизни на протяжении там 10 лет спокойного хождения в церковь, оно явилось свидетельством для моей матери, для моего брата, для моей жены, для моей тещи, для моих знакомых, для меня самого, то, что, ну, я христианин, я хожу в церковь, я, вот у меня так и все. И для меня этот день, он был отвоеван. Все, что, ну, у меня не было даже каких-то испытаний, искушений, что пойти, не пойти, там, и так далее. Поэтому, наверное, это больше всего к этому. Потому что я вижу, что вот большинство этих людей, в основном эти люди, ну, либо они сначала начали грешить, потом перестали ходить в церковь, либо даже сначала перестали ходить в церковь, потом грешить. А часто это все вместе и происходит. Вот, поэтому я тоже не могу про себя сказать, что я не согрешил или не согрешал, но мне хватало веры, чтобы продолжать ходить в церковь, и верить, что я христианин, и чувствовать, и иногда проповедовать, и так далее. Поэтому я рад, что вот я сейчас нахожусь в этом состоянии, где могу ощущать это желание служить Богу. Понимаете? Служить Богу тем, что у меня есть. Всем, что у меня есть. И я пытаюсь это делать. И поэтому вам это хочу передать. Поэтому мы можем не переживать, да, ну как бы мы неверные, может быть, мы не служим, но Бог верный. Но мы не можем отрекаться. И вот Титу, первая глава, 15 стих. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Знаете, вот видите, что заключает в себе, что они
да, не знают Бога, делами, написано, отрекаются. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Вот оно потом. Понимаете, что происходит? Что все, ну вот так вот проклятие работает. Поэтому, с одной стороны, если кого-то чуть-чуть напугало это, да, и чуть-чуть придавило, и наступило, ну это хорошо. Это хорошо. Принесите это состояние к Богу, и покайтесь, и обновитесь, и начните делать дела, искать Бога. Аминь. Аминь. Спасибо.